350 килограммов крупы было закуплено на средства, вырученные на благотворительном аукционе, и передано в частный одинцовский приют для собак и кошек. Корм для питомцев передали сторонники партии «Единая Россия» и представители организации «Мир детям». С особым нетерпением этой поездки ждали юные жители Одинцовского района. Детки – это из нашей организации «Мир детства», которая объединяет у нас инвалидов и семей с детками-инвалидами. Детки, вот Лариса Деревянко рассказывала, кто-то мог сам делать эти поделочки, кому-то помогали родители, кто-то мог клеить, кто-то мог подкрашивать там что-то, но во всяком случае они старались. Напомню, благотворительный аукцион прошел в волейбольном центре на минувшей неделе. На нем были представлены игрушки, которые сделали своими руками дети с ограниченными возможностями здоровья. По итогам торгов удалось выручить более 13 тысяч рублей. Мы хотим сделать такую акцию, что каждому ребенку нужен друг. Вот сейчас у нас будет погода немножечко потеплее, мы будем устраивать мероприятия, когда будут приезжать владельцы приютов со своими животными, будут приходить детки здоровые, детки с особенностями, и чтобы каждый малыш мог выбрать себе самого-самого настоящего друга на всю жизнь. Подобные благотворительные мероприятия планируется проводить регулярно.